Это кто такая? Кто такая Анна Делви? Шикарно одеваться, питаться в дорогих ресторанах, жить в роскошных отелях и, конечно же, не забывать везде сфотографироваться и выложить в Инстаграм. Современная жизнь устроена так, что казаться, а не быть, стало совсем легко. И история Анны Делви, русской мошенницы, которой удалось обвести вокруг пальца сливки нью-йоркского общества, заставляет не столько ужаснуться, сколько задуматься, как же гипнотизирует людей сама идея больших денег. Сюжет о светской обманщице – это чистая правда, журналистская сенсация, которая легла в основу популярного сериала. И случиться все это могло только в Нью-Йорке. Анна приехала в Нью-Йорк одна, у нее не было ни богатых родителей, ни связей. Иногда, добиваясь цели, нужно делать вид, что ты ее уже добился. Анна Сорокина представлялась наследницей таинственного немецкого миллиардера Анны Делви. Это выдуманное имя и легенда. В действительности она родилась в подмосковном Домодедово и в 16 лет переехала с родителями в Германию. Уже оттуда самостоятельное плавание. Париж, Лондон, потом Нью-Йорк. За моей спиной 11 Ховард. Это модный бутик-отель в Сохо и основное место действия телесериала «Inventing Anna», «Изобретая Анну». Здесь мошенница прожила почти 3 месяца, даже не предоставив гостинице кредитную карту, то есть бесплатно. Она создала миф о своем богатстве, раздавая сотрудникам огромные чаевые. Здесь же, на первом этаже этого отеля, находится заведение под названием «Ле Куку», которое было признано лучшим рестораном Нью-Йорка в 2017 году. Шеф-повар Дэниел Роуз, желая угодить лично Анне Делви, готовил специально для нее рыбный суп «Буябес». Магия ее несуществующего статуса действовала безотказно. Вот как заканчивала свое эссе об отношениях с Анной Рэйчел Уильямс, журналистка Vanity Fair и одна из жертв мошенницы. Она появилась в моей жизни в босоножках Gucci и очках Celine, показала безупречный мир отелей и ужинов в Ле Куку, инфракрасных саун и курортов Марокко, а после этого сделала меня беднее на 62 тысячи долларов. Притворяясь несуществующим человеком, Анна Сорокина получала кредиты на миллионы долларов, без намерения их погашать. Она жила в люксовых номерах гостиниц, не платя ни копейки, устраивала вечеринки с местными инфлюенсерами и каникулы за чужой счет. Великолепное здание по адресу 281 Парк Авеню Саут. В сериале «Изобретая Анну» Делви убеждает своих псевдоподруг в том, что она полностью выкупила этот дом, чтобы открыть в нем частный арт-клуб имени самой себя для лучших людей города. И ей опять верят на слово. Только в 2017-м Анну Делви обвинили в покушении на крупную кражу и в мошенничестве. К тому моменту она уже просто не могла расплачиваться с отелями, а влиятельные приятели все-таки догадались, что она не собирается возвращать долги. В итоге фальшивая королева VIP Нью-Йорка оказалась в криминальном суде, а потом в тюрьме, что не помешало ее, как теперь говорят, личному бренду развиваться и дальше. В шикарном отеле Мёрсер Анна Делви опять жила бесплатно, уже после того, как ее выгнали из Ховарда. В мае 2018 года в Нью-Йорк Магазин вышла статья под заголовком «Может быть, у нее было так много денег, что она просто потеряла им счет» журналистки-расследовательницы Джессики Преслер. В ней история Анны впервые была рассказана от и до. Обычные люди, читая этот невероятный материал, восклицали: «Да это же готовый сюжет для фильма». А сценаристка Шона Раймс действительно превратила казус в кино. В 2022 году мир увидел сериал «Изобретая Анну», где аферистку сыграла Джулия Гарнер, а журналистку Анна Кламски. Анна Делви получила реальный тюремный срок от 4 до 12 лет, плюс штраф 24 тысячи долларов и обязательство расплатиться с жертвами собственных мошенничеств. Это еще почти 200 тысяч долларов. Издание «Инсайдер» утверждает, что Анна смогла выплатить эти долги из гонорара, который она получила от Netflix за права на экранизацию своей биографии.
В феврале 2021 года Анна вышла на свободу досрочно, но вскоре попала в иммиграционную тюрьму из-за отсутствия визы. Она до сих пор в заключении, оспаривает свою депортацию в Германию. Америка же явно осталась под впечатлением от этой злодейки. Ведь она не только обманула высокопоставленных банкиров, инвесторов и богачей, но еще и подсветила пороки общества – алчность, поверхностность, коррумпированность. Скоро Хэллоуин, и в магазинах даже продаются костюмы. Анна Делви в зале суда.